мощный чайник с наглядной двухсторонней шкалой уровня воды для тех, кто часто опаздывает по утрам. Сегодня в обзоре электрический чайник Тефаль. Посмотрим, что он из себя представляет. Вместе с чайником в коробке лежат подставка, инструкция и гарантийный талон. Чайник кажется совсем небольшим, хотя вмещает 1,5 литра. Крышка открывается за широкую ручку сверху. Кнопка включения находится внизу под ручкой. Она подсвечивается во время работы чайника. Длина шнура 70 сантиметров. У основания носика есть съемный фильтр-сеточка. Он удерживает частички накипи, чтобы они не попадали в чай. Из интересных особенностей тут – мерная шкала. Во-первых, она расположена с двух сторон. Это позволит удобно пользоваться чайником и следить за объемом воды и правшам и левшам. Во-вторых, она наглядно разделена на две части. В чайник можно налить воду для одной или двух стандартных чашек. Минимальный уровень воды – 250 мл. При мощности 2200 Вт вода закипит очень быстро, что поможет сэкономить время по утру и электроэнергию. Максимально чайник вмещает 1,5 литра. Прибор автоматически отключается при закипании. Если в нем нет воды или ее недостаточно, срабатывает автоматическая защита от перегрева. Уход за чайником стандартный. Корпус и подставку необходимо очищать влажной мягкой тканью и насухо вытирать. В отзывах отмечают, что со временем надписи могут стереться, но это никак не повлияет на работу прибора. Для удаления накипи можно использовать уксус, лимонную кислоту или специальное средство для пластиковых чайников. Итого, этот мощный чайник от Тефаль с двухсторонней шкалой легко разместится на небольшой кухне. Он поможет быстро вскипятить воду на одну порцию кофе или чая и не опоздать на важную встречу.